Синоптики предупредили о первом снеге в Якутии. По прогнозам Якутского гидрометцентра, сегодня и завтра на севере республики ожидается мокрый снег. На юге Якутии начнутся первые заморозки. На территории региона пройдут сильные дожди, на севере с мокрым снегом. 27 августа на арктическом побережье ветер может достигать 27 метров в секунду. В Алданском и Нерюнгринском районах очень сильный дождь, сегодня и завтра заморозки. Температура ночью до минус 3 градусов. В Якутске завтра ночью температура воздуха плюс 2 градуса, днем плюс 10, переменная облачность и небольшой дождь.